Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Черепашки-ниндзя-легенды. И как вы видите, турнир закончился, и я забираю свой приз. Так, ну что же, я сохранил свою позицию на Сёгуне. 3 звезды, соответственно, реверт будет шикарный. А это говорит о том, что Микеланджело у нас сегодня прапается. Так, 7700, 35 ДНК на Микеланджело, 90 золотых осколков и 45 платиновых. Так, я хочу посмотреть. А ну-ка. Да, ребята, то, что нужно, у нас Микеланджело получает 4-ю золотую звезду. У меня хватает мутагена? Да, хватает. Поэтому, вау. Слушайте, я доволен, ух ты. Танцпол, у него открывается новая способность, первая ступень, естественно. Майки заводит музыку и ловит ритм. Улучшает уклонение на 40% вероятность, 30% увеличит вероятность критического удара на 40% в течение 2 ходов. Вот про этот, ребята, вы скилл говорили, да? Чтобы я прокачивал у Микеланджело. То есть улучшает уклонение. Только я вот не пойму, он всем улучшает или только себе? Улучшает уклонение на 40%. Тут не написано, ребят, кому. Ладно, мы это все проверим в бою. Поэтому давайте, наверное, мы улучшим левел еще, да? Отличненько. Все, шикарно. Так, здесь надо нам обменять ДНК, как говорится, на Брэда. И все, получается, больше у нас ничего нету, да? Обменять мы ничего не можем. По заданиям, ребята, у меня все выполнено, потому что мне нужно было удержаться в Лиге Сёгунов. И для этого я делал ежедневные вот эти задания, чтобы у меня было 5 откатов. Там очень напряженно было в конце. Там практически 70-е уровни были, мне с ними было тяжело. Ну что же, давайте, наверное, с вами... Хотя нет, это я сделаю уже за кадром, чтобы вас не нервировать. Так, турнирная арена у нас будет разыгрываться на этот раз Донателло. Кстати, это тоже хорошо, потому что прапать его мне тоже обязательно надо будет. Так, испытания. Какие у нас будут на этой неделе? Ну, девичья сила и Лига Лео. То есть мы с вами получим... Леонардо, да, ДНК. Это отличненько. А на девичьей силе все персонажи женского пола у нас будут участвовать, поэтому тоже хорошо. Так, в магазине. Ну, у меня, ребята, денег мало, $189. То есть я ничего не смогу себе купить. А сколько у меня? 67. Тоже маловато, кстати. Жаль, жаль. Ну что, начнем, пожалуй, как обычно, по традиции, да, с этого, с турнира. Ну а почему бы и нет? Чем быстрее мы с вами стартанем, тем лучше будет для нас. Поехали. Так, начинаем с самых-самых, так сказать, низов. Раз, два, три. Отлично, погнали. Погнали в бой. Так, ну что, с этими охламонами, я думаю, ребят, я быстренько сейчас справлюсь, без всяких проблем. Так, бросаем бомбочку. Ой. Почему они такие сильные? А, ну правильно, у меня тоже Леонардо-то. Точнее, даже не Леонардо, это Микеланджело. Он же тоже сам по себе слабенький. Че я, на что я рассчитывал, сам не пойму. Так, что, Леонардо делает удар, промахивается. Слушай, тут даже 2 Леонардо. Ну-ка, опс, отлично. Пробьешь, Бибоп? Нет, не пробил. Ну, это сделает у нас Майки, да? Уничтожили. Ладно, остается у нас последний Леонардо. Сейчас мы его, ребят, с вами быстренько накумарим. Да что ты будешь делать-то? Все, пускай отдыхает. Ну, а мы с вами быстренько-быстренько продвигаемся по лестнице, да, в этой лиге. И будем быстренько занимать престижные места. Ну, видите, уже воин 2 звезды. Неплохое начало. Откат, ребята, только произошел, поэтому мы сейчас быстро с вами стартанем. Очень быстро. Но спешить не буду я в плане того, что не будем брать по максималке. Хотя, почему не будем-то? У них тут одинаково у всех бонус. И я думаю, что нам нужно вот с этими ребятульками подраться. Это Рафаэльс. Давай-ка, Рафаэльс, мы с тобой немножечко подеремся. Так, возьмем, наверное, Рокстеди, Леонардо и Рафаэль. Погнали. 20 уровень против 18-го, да? Получается так. Главное не лопухнуться. Слушай, нужно нам, наверное, все-таки Рафаэля уничтожить, потому что он хиллер. Он может захилять ребят своих. Но мы этого ему не позволим. Так, теперь нам нужно разобраться с Бакстером Стокманом.
О, массовая атака. Так, отлично. Успокойся, пожалуйста. Ну-ка, накумарим. Нет, ребята. А вот так. Порешали. Ну что, остается лишь Рафаэльчик здесь. Я думаю, что он здесь долго не потанцует. Да, мы его уже забомбили. Ну что же, продвигаемся с вами дальше. Я думаю, что сейчас будет у нас трехзвездочная лига, да? А ну-ка, проверим. Да, трехзвездочная, ребята, воин. Так что продолжаем наш бой. 20 уровни. Возьмем, пожалуй, Стива. Не будем слишком, ребята, быстро гнать, потому что нам нужно вот этих вот малышей тоже реализовывать. 29 уровень уже у нас пошел. А у него только лишь 20 начинается. Ладно. Ладно. Вы не забывайте, что я могу взять... А, у меня откатов нету. Хотел сказать, я могу взять Леонардо и им побомбить. Но не тут-то было. Так, Лео, пора тебе отдохнуть, наверное, маленько. Нет, смотри-ка, держится на ногах. А если мы вот так вот... Осколком экрана, так сказать, в тебя. Отличненько. Так, есть ли смысл нам брать провокацию? 30-30... Нет, я думаю, что не стоит, ребят. Мы так, наверное, забомбим. Без всякой провокации. Так, Донателло тут что-то раздухарился, я смотрю, не на шутку. Зря, конечно, он это сделал. Так, куначки от карачки. Отдыхает. Все, ребят, ну, Донателло, конечно, тут попал. Попал круто. Нет, ну, конечно, ребята, чем мы смеемся? Он всего лишь 20 уровень, да, а я практически 30. Естественно, мы будем их быстренько разбирать, поэтому смех здесь вообще ни к чему. Тут нужно, наоборот, сочувствовать ему. Так, 78-я позиция, это у нас в элите уже все дело происходит, и мы с вами продолжаем. Ну вот, уже, ребята, около темы. Смотрите, уже 30-й практически уровень, да? И я, наверное, буду драться с Адрианом. Да, почему бы и нет? Смотри-ка, у него железноголовый, трехзвездочный, в золоте. Так, надо быть аккуратно с этим парнем. Давайте-ка мы посмотрим, что у меня здесь есть. А у меня 30-х уровней в золоте и нет, я так смотрю. Нет, вот кошка есть. Ну, я не буду рисковать. Я, наверное, все-таки возьму Пиццелицева здесь. На всякий случай возьму... Нет, спасибо. Мутагеноид я уже помню. Меня один раз подвел. Не хочу я больше подставляться. Давайте вот так, наверное, сделаем. Ну и уже можно взять, например, Шинигами. Черт, нет, не буду я брать Шинигами. Все, я растерялся что-то. Блин, ребят, я растерялся, серьезно говорю. Давай возьмем Рафаэля и Кейси. Вот так попробуем. Я просто не хочу проигрывать, не хочу сливаться из-за пустяков. Что же нам сделать? Нам надо бомбануть. Я думаю, что это будет у нас все-таки железноголовый. Его в первую очередь нужно наказать. Поэтому будем его бомбить. Потому что он может, ребят, взять провокацию на себя. Так, а у Рокстеди... Даже не попали по нему. Ну-ка, давай-ка свою вот эту штучку брось. И поджарим. Причем всех. Так, отлично. О, ребята, ну тут почему-то у нас изейше получилось. На прохождении, смотри. Бамс. Леонардо упал. Все же замечательно. Полный бонус мы с вами получаем. Я думаю, что мы сейчас в элите получим 2 звезды. Почему-то мне так кажется. Ну-ка, проверка. Да, ребята, в элите 2 звезды. 2 боя, и в элите будут у нас 3 звезды. А там уже и до самурая рукой подать. Ох ты, смотри, как классно, ребят. Вот с этим врагом. Это у нас Андрюха. И эту-то поставил себе Фредди Крюгер. Ладушки, давай-ка, Фреддик. Мы с тобой немножко подеремся. Так, 26 уровень, да, значит. Я могу... А что я могу? Я вот так сделаю, ребят. Я даже не буду рисковать. Смотрите. Я возьму просто-напросто кого-нибудь одного из крепенького. И это, наверное, у нас будет Змейка Вьюн. Или... Нет, это будет у нас Карайка. Да, именно Карайка. Потому что она будет наверняка сходить первой. Сейчас бросим Куна и практически половину здесь уничтожим. Я на это рассчитываю. Ну, смотрим. Смотрите-ка, ребят. Хоп! Ну, видите, троих уничтожили. Естественно, я Бакстера Стокмана добиваю. И остается у нас Рокстеди. Так, ну-ка, Шинигами. Опс, прям в бубен ему, и он отдыхает. Замечательно. То есть я реализовал своих малышей, да, при помощи одного из сильных героев. Вот так, в принципе, и надо, ребята, играть. В элите 3 звезды. Я думал, что 2 боя надо будет сделать, но здесь хватило нам и одного. Ух ты, смотри-ка, тут уже...
Голда ползет. Я, наверное, буду вот с этими тут драться, скорее всего, да? Это у нас кто? Рауль. Ну что же, Рауль, давай. Я лично не против с тобой немножко поспаринговать. Вот единственное, конечно, ребята, плохо, что это боты. То есть было бы классно, если бы мы, например, играли с реальными игроками, которые вот в данный момент играют. То есть было бы так намного интереснее. И подбор игроков был бы рандомным. Вот это было бы круто. А тут, видите, я выбираю сам себе, кого захочу. Ну что, Ванька Стиранко, придется, наверное, тебе отдуваться за всех сегодня. За всех малышей в данной вот битве. Ну что, давайте попробуем сейчас. Можно из гранатомета бомбануть, можно, в принципе, пострелять. Давай, наверное, эту пулеметную дробь сделаем. Я думаю, что они упадут все. Ошибочка, но практически, да, ребят, практически все у нас получилось. Замечательно, мы продвигаемся очень быстро наверх. Чем быстрее мы с вами и выше поднимемся, тем ниже нам, как говорится, будет падать. Что-то ляпнул не то. Короче, вы поняли, да, ребята? Тем больше вероятность остаться на вершине. Даже несмотря на то, что будет приходить народ, постоянно драться, и мы с вами будем занимать определенную нишу. Смотрите-ка. Захар, да? Захар или Заур. По-моему, Захар. Так, ну что, давайте пробовать. 37-й, 40-й уровень уже здесь. Ух ты. А я еще даже своих малышей, ребята, здесь не всех, как говорится, реализовал. А уже 40-й уровень. Что-то как-то больно круто здесь все пошло-то. Блин, Стокмана придется брать по ходу дела. Другого варианта я не вижу. Но если сейчас они начнут первыми бомбить, я боюсь, у меня здесь кто-то упадет. Началось, елки-палки. Ну давай, Стокман, вся надежда на тебя. Шикарно отработал, конечно. Но, сами понимаете, ребят, 40-е уровни уже начались. 40-е уровни, вот я только начал играть уже. Да как так-то? Как так-то? Ну что же, вот, ребят, мы с вами и добрались до самураев. Черт, я не знаю, как быть-то мне. 40-е левлы прут, и все, и ничего тут уже не поделаешь. Ну что же, придется нам взять, наверное, с вами... Даже не знаю. Ну давай я возьму карайку. А с карайкой кто у меня пойдет? С карайчкой. Раз, два, три. Карайка одна не потянет, я больше чем уверен. Тигра взять, что ли, с собой? Не, давай вот так вот возьмем. Нейтрализатор будет отдуваться со своим гранатометом. Надеюсь, что у нас все здесь получится. Так, крик. Обязательно с него надо начинать. Опс, вот этого я и боялся, ребят. Вот этого я и боялся. Смотрите, сейчас... О, она еще хиляет. Твою ж дивизию, ребят. Плохо все получается-то у нас здесь. Ну-ка, если бомбанем. Ага. Хотя бы одного уничтожили. Слушай, что нам сделать? Давай мы вот так вот, наверное, массовый плевок сделаем. Массовый плевок. Да, ничего абсолютно не сделал. Ну, подобьем? Нет. Ничего не выходит. Так. Будет ходить сейчас... Ага. Ну-ка, получится у нас подбить его? Есть, ну хотя бы так, ребят. Так, этот у нас увеличивает скорость. А, он еще и уклонение ставит. Он еще ставит уклонение. Поэтому нам нужно уничтожить с вами Эйприл. Вот так вот. Теперь давай начнем с кабана. А, вообще промахиваемся. Ну-ка, а так? Сможет он увернуться или нет? Не вышло у него ничегошеньки. И теперь Джастин, ну пробил. Не пробил, а так? Уворот слишком крутой, да? Молодец, Карайка. Все благодаря тому, что у нее, ребята, была двойная атака. Мы... Ну, да он даже ничего бы не сделал бы, на самом деле бы. Даже если бы он выжил. Не смог бы он никого пробить. А мы с вами уже в самураях две звезды. Быстро, быстро мы с вами двигаемся. Поехали. Так, смотрите-ка, здесь уже есть возможность взять 34-35 уровень. Но, как видите, они все в золоте. Фиг с ним, давай, Мишка. Попробуем с тобой немножко поспринговать. Я возьму, наверное, Змейка Вьюна и... Так, Змейка Вьюна и, скорее всего, возьму Тигра. А вместе с Тигром я возьму малышей своих. Так, Донателло. И
Давай вот так вот возьмем еще одного Дантелло. Слушай, я думаю, что должны здесь выиграть. Тигр, естественно, понизит защиту, да? Плюс Змейка Бьюн со своей массовой атакой. И все, в принципе, должно быть хорошо. Проверим. Так, ну, добивочный, я так понимаю, будет сейчас, да? Есть. Слушайте, ну вот если бы знать наперед, что вот а именно они вдвоем будут ходить и все вот так вот получится, естественно, я бы брал бы только маленьких слабеньких персонажей. Но так как я не уверен в последовательности их действий, мне приходится как-то перестраховываться. Что такое? Были 35 уровни, и смотрите, уже 40-е, 45-е даже, 47-е есть. Так, я возьму, наверное, Грега. Давай с Грегом попробуем подраться. Ёлки ты палки. Слушай, ну у меня очень много малышей еще. Раз, два, три, четыре. И придется это все дело делать через Леонардо. Хочется мне этого, не хочется, придется делать. Естественно, сейчас будет вертушка. Откатов у меня нету, поэтому это первый и последний бой у нашего Леонардо на сегодня, ребят. Все, они отдыхают, смотрим дальше. Может быть, нам кого-нибудь дадут послабее. Было бы, конечно, хорошо и вообще в идеале. Ну давай, не томи меня. Так, посмотрим. Ну, самурай 3 звезды, это понятное дело. И я хочу посмотреть, кого нам сейчас дадут. Уже полтиннички, ребят, нас прижимают. Угу. Ну я возьму, наверное, вот этих вот. Кто там такой? Тханьян какой-то. Слушай, здесь, наверное, нам придется работать через железноголового. Железноголового я возьму. И... Так, у меня один Мондагекка. Так, Леонардо. Слэш. Слушай, я надеюсь, что он все-таки их подобьет всех с одного выстрела из гранатомета. Или же мне все-таки надо брать провокацию. Как вы думаете? Что мне лучше здесь сделать? Провокацию? Массовые атаки есть у кого-нибудь? Слушай, а тут ни у кого нет массовых атак. Ага. Давай тогда вот так сделаем. Ну что ты, что ты, что ты, что ты, Петруша? Прилетел тут мне. Замечательно, даже заблокировали кому-то способность. Надо уничтожать здесь Пита. Потому что он хилер, будет хилять. Так, добьем мы его сейчас или нет, как думаете? Ах ты, не добили. Во, массовая атака волной. Ну, что такое-то? Блин, вот это ты зря, конечно, сделал, парень. Он усилил, ребята, атаку своим персонажем. Брэд. Точнее, Крис. Крис Брэдфорд. Ну, я его Брэдом почему-то в последнее время называю. Так. Ух ты. Поехали. Бомбим, ребята. Так, кто остался? Донателло остался в живых. Слушай, а мы его успеем бомбануть-то, а? Хотелось бы, если честно. Ну-ка, слэш, не подведи. Малорик. Красава. Фух, ну вы видели, да, массовая атака врага чуть было не лишила жизни очень моих важных персонажей. Но мы выжили. И я думал, сейчас мы переместимся в этот. Все, ну одна звезда, но не тут-то было. Поехали. Ух ты, 42-е, да, вот давай-ка мы, наверное, Мэтью Ли. Вот так вот у нас звать следующего персонажа. И мы выбираем 40-х уровней героев, естественно. Так, Усаги. Усаги. Давай возьмем его. Мне нравится его и вот этот вот скилл, который дает защиту и контратаку. Ну, для начала, конечно же, бомбочка. Во-хоу! Отлично. Так, давай-ка этих дурачков призовем. Вау. Слушай, а есть ли смысл? Нет, есть, ребята, есть. Надо все равно делать. Потому что так мы подобьем одного, а их, вы сами видите, их трое. Не будем рисковать. Смотрите, вот у Усаги, у него практически 100% вот это вот. Если брать Криса, да, который ставит контратаку, то у него намного меньше шанс, чем у Усаги. Усаги вообще практически на всех повесил. И это круто. Так, ну что, давай добиваем Мандагека и, соответственно, добиваем с вами Криса. Отлично. Ну что, неплохо мы идем. У нас, конечно, очень мало героев осталось. Но я думаю, что мы, да, Сёгуна обязательно с вами доверемся. Причем не одна звезда, а где-то Сёгун 2 или даже 3 звезды у нас будет. Фух.
Так, полтиннички здесь у нас 47-й. Блин, а что делать? Ну давай вот этих возьмем, да? Амбер. Амбер, будем мы с собой драться. Блин, у меня, ребята, очень мало героев. Очень мало. Так, давай Лео возьмем. Сплинтера, Микеланджело. Возьму Кунаичи и все это дело приправлю. Приправлю я, наверное, это все дело. Я даже не знаю. Рахзаром, что ли, приправлять-то? Ай-яй-яй-яй-яй. Все очень плохо. Ладно, давай все это дело приправим Рахзаром. Слушайте, я, ребята, сейчас, наверное, сделал большую ошибку, взяв Рахзара. Посмотрим, прав я или не прав. Нам нужно здесь кого уничтожить в первую очередь? Естественно, Микеланджело, потому что он хиллер. В первую очередь уничтожаем хилов. Так, давай массовую атаку от Микеланджело. Так, атаку понизили, это уже хорошо, это большой плюс для нас. Так, у него тоже два хила есть. А, ребята, да, у него же Микеланджело хиллер. И вот эти вот, вот этот кабан тоже хиляет у нас. Об этом не стоит забывать. Поэтому давай-ка мы начнем. Добьем. В принципе, должны, ребятушки, должны мы его добить. Так, ну, заблокировали ему способность. Давай теперь вот так вот сделаем. Все. Так, еще один ход у нас есть, ребята, для того, чтобы Рахзар у нас простоял в провокации. Делаем массовую, ой, массовую суперудар. Все, закончилось, да? К сожалению. Ладно, бомбим, должны добить его. Отлично. Так, этот вылетает с ножами. На Кунаичи наезжает. Усиливаем атаку нашему отряду. Это единственный вариант пока. И еще делаем вот так вот, сплинтером. Каждому по возможности. И... ага... кто у нас тут, ребята? Естественно, Хан хочет что-то там сделать. И он, наверное, это сделает. Реализует удар свой, да. Но мы его добьем. Нормуль. Слушай, ну, так, меткость, да, понизил. Мы это все, ребята, естественно, убираем. На это дело у нас есть Микеланджело. Так, защиту понизили. А пробить? Ну, хорошо, в принципе, ребята, неплохо идем. Оу, мимо, почему мимо-то? Сплинтер, ты меня что-то немножко расстроил сейчас. Промахнулся он. Ну, Лео, бомбани. Как-то вот чего-то не хватает. Ну, что ты там делаешь? Ускоряешься? Зачем? Зачем ты ускоряешься или что-то там на себя уклонение? Крит поставил? На, отдохни. Но, тем не менее, за счет одного Рахзара я, ребята, здесь выиграл катку. И это круто. Ну что, Сёгун 2 звезды? Нет. Нет, а так хочется. Ладно, потерпим еще один бой. И я, наверное, выберу на этот раз Кую. Наверное, так, а может быть не так. И... так, герои есть, да? 52-й, 51-й уровни. Слушай, здесь, наверное, мы с вами будем уже играть через Рафаэля. Рафаэля, естественно, я ставлю сразу же в защиту, в таунта. Вот так это все будет у нас выглядеть. И я надеюсь, теперь он будет контрить всех, кто будет на него тут наезжать. Так, хиллер Рафаэль. Хиллер Рафаэль. Поэтому не будем пока, ребята, тратить с вами суперудары. Потому что он будет сейчас, наверное... ага, нет, не стал хилять. Ну, ответь. Ответку, отлично. Давай этому еще. Не дает. Не дает он по шеям почему-то им. Так, сможем добить? Вот этим вот телепатическим ударом. Ага, заблокировали способности, ладно. Да добей ты вот этого хотя бы, ну, не хочет. Тогда придется мне, ребят, самому это делать. Добили. Так, теперь, наверное, надо нам Криса, да, уничтожить. Так, защиту мы ему понизили. Я просто не хочу делать суперудар, зная то, что у Рафаэля... сейчас будет, да, видите? А если бы я сделал бы, он бы всех захилял. Вот теперь можно спокойно делать, потому что там долгий откат. Ну что ты тут выеживаешься, а? Ты смотри. Выеживаться и все. Ух, добьем. Какой добьем, елки-палки. Хотя, да, ребят, да, сейчас постепенный урон, наверное, все-таки Криса добьет. Опс, у нас... у нас очень плохо дела идут.
Фу, я не знаю. Ну, давай попробуем вот этого добить через суперудар. Отлично. Так, захиляемся маленечко. И вот теперь-то можно как раз сделать суперудар. Два сейчас минусанутся одновременно. Да, два минусанулись. И остается у нас Рафаэль, который сейчас у нас упадет, в принципе-то. Замечательно. Так, еще один бой у нас впереди, но я не знаю, как я буду его реализовывать через Криса Брэдфорда. Это сложно будет. Сёгун, две звезды, отлично. Очень хорошо. Так, смотрим, ребят, я выбираю самых слабеньких, а самый слабенький это у нас Сайра получается, да? Самый слабенький это получается у нас Сайра. И кого же я могу взять в противовес? Охо-хо-хо-хошечки. Как вот этими ребятулями я здесь буду играть? Слушай, может быть у нас Микеланджело сможет... Сейчас заодно посмотрим, на кого он вешает уклонение. На себя или на всю команду? Проверим. Так, ну... Че, снимем защиту, наверное, да? С них, со всех. Для начала, так сказать. А себе, наоборот, ребята, усилим. О. Так, давай смотреть. Всем или только себе? Всем, ребята, всем. Вот это круто, вот это черепашка. Вот это я понимаю. Они сейчас будут мазать. Ой, ой, ой. Да. Микеланджело, как говорится, посмертно повесил всем отличный баф и отдуплился. Это, конечно, плохо. Не выстоял он. Он сам по себе оказался, ребят, слабеньким. Так, ну что, нам надо, я не знаю даже кого. Давай Леонардо, наверное, уничтожим. Ага, уничтожили аж 20 раз. Так, в кого? Промахнулся. Так, хиллер, ну конечно же хиляться надо. Обязательно надо хильнуться. Так, меткость. Понизили. Слушай, а почему я не могу пробить Леонардо? Брэд, точнее Крис, елки-палки, давай. Не тупи. Не может добить, а? Давай вот так сделаем. Упс, отлично. Ну все, ребят, теперь эти архарсы будут, как говорится, у нас в кармане. И с этими я уж разберусь как-нибудь. Наверное. Должен разобраться. Ну, елки-палки, ну Кирби, ну ты как всегда. Воу. Слушай, а почему это Кирби у нас сразу же ходит после Криса? Что это такое? Что это у них за взаимовыручка-то такая, а? Симпатизируют, наверное, друг другу, да? Этот в инвиз уходит. Ну, в принципе, это хорошо, ребята, он... Грубо говоря, для нас сделал один бесплатный ход. На. Так, давай хильнемся на всякий случай. Потому что он сейчас будет, наверное, массовую атаку делать. Я этого не позволю ему. Ага, пробивной. Пробивной смертельный, можно его так назвать было. Ну что, ребята, мы с вами прошли полностью лигу. Ну как полностью, я имею в виду то, что нам было доступно на сегодняшний момент. 41-я позиция. Буквально немножко не хватило нам до Сёгуна 3 звезды. Больше я никого не могу взять. У меня, по-моему, осталось всего лишь 2 персонажа. Но от них, ребят, никакого толка не будет. Да, к сожалению. Ну что, в следующей серии мы с вами уже, наверное, начнем проходить испытания. А я пока, наверное, втихаря пойду набью вот эти, ребята, осколки. Так что с вами был Рэй. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков. Удачи вам.